товар, вот хотим сделать обзор. Сейчас я буду выходить, Ники, сюда ассортимент. Рис, гречка. В общем, как обычная вот столовая. Столовая, вот суп дня, он сейчас мексиканская для меня. Без лопы. Все пойдет. Без лопы, тот самый большой. Да, мы немножечко так вот ингредиентов там кукуруза была, фасоль, картошка. Ну, ага. В общем, еще и густая она, как даже не суп, а как жаркое. Еще не жаркое, блин. Да. А запивать водой даже. Мексиканская. Наелись. Нам классно, понравилось. Да? Страна. Да. Такого же, чтобы не мир. Я делаю сюда Яшан. Ну, негизе, три ставы называется. Три ставы, да. Да, торговый центр. Солнечный Яшан бар. И... Охранники три ставы, да? Да. Я лучше бы ставы. Три ставы, понятно, да? Да, три ставы. У меня Аслан паркинг, эскалатор. Анжели Ашан они. А, Анжели Ашан. Анжели туалет. Я. Я. Некий достар. Охранниктер даже оттавалды көзіміз. Я. Біз бір ұсынысты тос жүрміз сол себептен. Осы жерге жүрміз. Неке. Бүгін тағы да жаңбырлы күн. Катавицада бір күн солнечно, бір күн пасмурно. В общем, солай. Келесі видеоға дейін, достар. Сау болыңыздар.